Мы находимся на отправной точке любого вашего маршрута по Бедадо. Он должен начинаться с отеля «Националь», еще одного исторического отеля. Прекрасный «Belle Époque», которая закончилась, в которой на самом деле было не зазорно швыряться деньгами, в которой наживались состояния, в которой наживались состояния не только Аль Капоне, крестные отцы, но на самом деле люди, торговавшие автомобилями, производившие нефть. И тогда не было ничего подобного в том, чтобы жить в этом чудесном местечке. Та самая эпоха, о которой так много писал Вудхаус и некоторые другие авторы. Зайдите сюда обязательно, чтобы ощутить этот вкус 30-х годов. Посмотрите на эту архитектуру, на стройность этих конструкций, да, на их чопорную вытянутость, на скромное обаяние крупной буржуазии. А теперь мы с вами подходим к контрапункту. На самом деле у отеля «Националь» есть контрапункт. Это совершенно изумительный парк, небольшой скверик. Вы видите, здесь находится ряд столов. Вот. За ним сидят крепкие буржуи, которые здесь платят по $200-300. Или больше, я, кстати, узнаю, я думаю, что больше за номер. Вот. Но на самом деле надо использовать преимущество куба сполна. Не надо их снимать, потому что они мне не понравятся. Дело в том, что в государственной экономике коктейль «Дайкири» или «Пиньяколада» будет стоить примерно столько же в любом баре в городе и вот в парке отеля, где номера стоят 200-300 и выше долларов. То есть, ну, или почти столько же, да? Вот тут сейчас мы с вами, мы с Даней совершенно изумительного совершенно коктейля и «Пиньяколада». Алкогольный пиньяколада, который стоил $4. Я пил «Дайкири» тоже за $4. Даня, сними, пожалуйста, меню. Это же невероятные цены. Да, где вы увидите еще такие цены, которые всего на 25% выше городских вот, в таком месте. Это на самом деле коктейли еще сделаны людьми, которых, естественно, реально можно считать специально обычными, платить людей сюда, платить, на таком своем деле сюда, такой никто не важно. Совершенно роскошно вместе, и у вас ведь не ощущение того, что находитесь рядом с вами профессионалы, это профессионалы, которые просто живут люди стоимостью $300 за номер в сутки, вот, вас греет на самом деле просто ощущение изумительного коктейля, прекрасного вида, вот, ну и удовлетворение от собственной хитрости.